это передай привет всем. Всем привет! Охотникам и мотоциклистам. И вообще всем. Все, заебись. Весна началась. Надо заправлять саланцы. Вот, съездил сегодня, купил 35 килограмм соли. Приехали с братишкой на мой центровой салонец. На самый главный, на самый дальний. Сейчас потащу соль. Будем заправлять. 10 килограмм такой. Сыпать буду на бревнышко. И 5 вот таких вот брикетов по 5 килограмм каждый. Козы скоро ходить начнут, поэтому надо, чтобы соли было вдоволь, чтобы хватило на весь сезон. Ну, а эту рассыпчатую соль сейчас будем сыпать. Пойдем ближе. Сюда насыпем соли. Этот желобок. Нашла. Мыши, пользуясь случаем, передаю привет всем лучникам, охотникам, а также мотоциклистам. Если для кого-то это секрет, то довожу до вас, что я в последнее время немного ударился в мотоциклетную тему. Вот. Очень меня... как правильно сказать, заманила мототема. Что-то бревно как-то криво лежит. Так что ждем в этом сезоне. Будет много интересных охот. Естественно, в основном на саланца. Так, ну ладно. Это можно так вот пня рассыпать. Туда уже все равно не лезет больше. Едем с горы. Катимся. Уже закладывай дышу. Ух ты, блядь. Страховый, блядь.
когда с горы так несет, блин, что тут не очканешь-то? Не валяс тут еще тоже меньжуется, блин.